Всем привет! Я в магазине «Светофор», город Орск, улица Беляева. Давайте смотреть новинки вместе. Смотрите, какие носки. Стильная шерсть. Размер 25. Состав 95% шерсть и 5% акрил. Толстый. А это размер 27. Это уже, я так понимаю, мужские. На ощупь они не сильно мягкие, чуть-чуть покалывают. Расцветки разные. Их очень-очень много, очень большое количество. Даже в подсолнухе есть. И в полосочку, как говорится, и в клеточку. Сделано в России, ИП Ларина. Мужские 92,90, а женские 81,90. Затем мужские трусы 52-54 размер. Смотрите, какая резиночка. На ощупь они прям классные. Разные расцветки и разные размеры. Эти 44-46. И есть еще 48-50. И стоят такие боксеры 81-80. А это коврики. Ой, какие они красивые. Это просто чудо, они коврики. Такие расцветки красивые. Расцветок очень-очень много. Смотрите, сколько коробок с этими ковриками. И синие, и бежевые, и голубые. И зеленые. Это просто большое, огромное количество. Стоит, значит, два предмета. Для ванны 50 на 80 размер. И для туалета 50 на 40. 339,90. Неплохие. Если бы у меня не было, то можно было взять. Но я так смотрю, что они без пупырок. Сейчас я точно посмотрю. Распакую один кончик маленький и посмотрю. Нет, с пупырками. Все хорошо. Скользить не будут. Хорошие. Смотрите, какое количество ковриков. А это постельное белье. Любовь и жизнь. 100% хлопок. Очень и очень веселенькие расцветки. Очень интересно сложено. 804,90. Стоимость такого комплекта. Бязь. Двухспальная. И смотрите, какие есть расцветки. Еще одно постельное белье. Жаккард. Полисатин. То есть полисатин жаккард. Двухспальное. Love Sorry. Цветовая гамма может отличаться от фото на изображении. В общем, оно двухцветное. Смотрите. Голубое с таким бирюзово-зеленым. И даже не голубое, а фиолетовое. И также есть разные расцветки. Смотрите, горчица с желтоватым. И вот такой. Интересный вариант на подарки. Упакованы в красивые коробки. И стоимость такого комплекта 699 ровно. А такие комплекты есть еще полутораспальные. И стоимость таких комплектов полутораспальных 689 рублей. Очень много новинок в этот раз в «Светофоре». Простыня на резинке. 1,60 м на 2 м.
Смотрите, борт 20 сантиметров. $344.90. И давайте смотреть расцветки. Очень много расцветок. Очень, просто очень. Вот столько комплектов. Что-то я еще пока не вижу ничего для Нового года в магазине «Светофор». Сейчас иду, смотрю. В прошлом году очень много всего было для Нового года. В этом году мало. Итак, давайте я вот ищу конфетки. Смотрю, какие новые. Грильяж. Волжский в шоколаде. 160 грамм. $97.90. С орешками. И фундук есть. И арахис. А это желе фреш «Добрые вести» с клубникой, 200 грамм, $84.90. Еще конфеты «Ассорти», шоколадная стихия, обожаю «Ассорти». Я не знаю почему, но мне как будто с детства, что ли, нравятся такие конфеты, где внутри начинка такая жидкая. И, ой, я обожаю такие. 245 граммов, здесь много, $132.90. Вот такие бы я домой взяла. Так. И вот здесь, наверное, состав. В состав входит темный шоколад, так что, мне кажется, хороший. Так, дальше идем. Любимые с детства. $260, $106.90. Ну, вот эти для меня не аппетитные конфеты. Вкусного Нового года. Сладкий подарок. И рецепт новогодней пиццы. Даже есть кроссворд. Смотрите, лежит подарок. Его весь разодрали здесь. Просто беда какая-то с людьми. И стоит такой подарок поваренок $99.90. Это вот, может быть, специально разорвали, чтобы люди смотрели, что там внутри, потому что пакет такой матовый. Не знаю. Здесь вот целый. А, ну вытащили. Ну кто-то все-таки залез туда. Ладно. Так, давайте это смотреть. С Новым годом. Здесь олень у нас нарисован. Дед Мороз, снеговик. 1 килограмм. Здесь $199.90. Фонарик «Кто там?». Очень много шоколада. Шокомастер. Плитка кондитерская. 100 грамм. 5 штук в ней. $79.90. С арахисом. С печеньем. В добрые руки. Котенок такой. Конфеты жевательные. Ягодный взрыв. $135 грамм. $59.90. С начинкой. Хлебцы хрустящие, пшеничные. $12.70. $120 грамм. А это... хлебцы хрустящие с витаминами и железом. 5 злаков. Каша овсянушка. Овсяная каша с клубникой. 5 пакетиков по 40 грамм. Не требует варки, меньше сахара. $36.90. Ядра арахиса, жареные с солью. На вид очень аппетитные. Но что-то я подозреваю, что они очень вкусные. Если кто-то брал, подскажите. 78.50. А также орех грецкий.
0,5 грамм, 259,90. И фундук тоже 0,5 грамм, 309,90. У нас появилось очень много тортиков, мороженое Варя. Я сначала думала, что это пироженки, тортики, а это мороженое. Двухслойный. Рулет мороженое Варя, двухслойный. 450 грамм, 67,50. Тортик, мороженое торт Варя с вишневым джемом. Килограмм, 109,90. Мороженое с ароматом крем-брюле Варя. 400 грамм, 58 рублей. Мороженое Варя ваниль, ванильное, 84,40, 1 килограмм. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока!